В Кызылординской области растет количество детей с плохим зрением. В прошлом году на диспансерный учет с глазными заболеваниями поставили больше 4500 маленьких пациентов. А за первые два месяца 2023-го на медицинский контроль взято уже около 2000. При этом офтальмологическое отделение детской областной больницы оснащено всего 5 койками. И если раньше большой потребности в них не было, то сейчас ситуация обстоит иначе. Чтобы остановить негативные процессы, врачи советуют родителям сократить зрительную нагрузку, чтобы дети проводили меньше времени за гаджетами, больше на свежем воздухе. А еще нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, делать зарядку для глаз и вовремя обращаться к специалистам. Количество детей с плохим зрением в области растет год от года. Если рост миопии связан с большим временем, которое дети проводят за гаджетами, то ретинопатию у недоношенных младенцев с неблагоприятной экологией. Сейчас уже в раннем возрасте появляется необходимость коррекции зрения. Мы вынуждены отправлять таких пациентов в столичные центры.